Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале Инста ТВ, в студии Анна Касаткина. Покупатели американского доллара продолжают фиксировать прибыль, в результате чего котировка индекса доллара США возобновила нисходящее движение и вернулась к уровням, на которых находилась в конце прошлого месяца, вблизи отметки 93 пункта. Спрос на американскую валюту снизился в условиях очередного напоминания о том, что президент США вряд ли сможет выполнить предвыборные обещания по реформированию налоговой системы. Инвесторы обеспокоены словесной перепалкой Дональда Трампа с одним из самых влиятельных сенаторов США, занимающим ключевой пост главы Комитета по международным отношениям. Испытания Конгрессом еще впереди. Снижался график индекса доллара и под давлением набирающих вес конкурентов. Евро вырос в цене на фоне позитивной статистики из Германии, где увеличились объемы поставок. Котировка евро-доллар поднялась выше уровня 1.1820. Тем временем инвесторы пристально следят за ходом политических событий в Испании. Парламент Каталонии намеревается объявить о независимости. Дорожает и фунт, несмотря на неопределенность по вопросу Брекзита. Трейдеры также учитывают сильные макроэкономические данные, опубликованные вчера. Благодаря росту объемов промышленного производства фунт прибавил в весе 90 пунктов по отношению к доллару США. График фунт-доллар вырвался в зону выше отметки 1.3220. Уже сегодня настроения на рынке могут измениться, а высокой вероятности повышения процентной ставки ФРС напомнит запланированная на сегодняшний вечер публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке. Вы смотрели новости на канале Инста ТВ. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.